Всем привет, с вами Алошка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Майнкрафт на версии 1.3.1. Но прежде чем продолжить, я хочу попросить у многих людей прощения за то, что в прошлой части я вел себя очень неадекватно и очень много орал. Я, честное слово, больше не буду себя вести так неадекватно, просто, не мог и сдержаться из-за этого изумруда. И все, народ, да, я буду теперь говорить более спокойным голосом, если даже найду какой-то алмаз. Просто да, я понял, что я практически всю серию провел в неадекватном состоянии. Многие даже и не досмотрели, наверное, первых 3 минут серии. Так что, да, все, обещаю, народ. Кстати, почему я без скина? Да потому что я опять не мог подключиться к сети Minecraft.net. Опять какие-то у них там проблемки, всякая фигня. Паук меня не трогает? А, они же, по-моему, утром не трогают, но по идее они в тени должны трогать нас. Нет? Странно, а если я факел здесь поставлю? И уберу, нет? О, ты куда? Эй, паучара! Нет, не беги. Хочешь обсидиан дам? На. Я хочу тебя приручить. Блин. А как-нибудь можно сделать, чтобы пауки за тобой шли? Наверное, нет. Если только его ударить, но это нет. Это не есть хорошо. Он же меня бить начнет. Так что, паук, давай, нет. Стоп, иди сюда. Нет. Блин, не ходи здесь. О, да-да-да-да-да, иди туда, иди. Молодец. Стой. Давайте срубим это дерево, оно мне мешает. Я хочу тебя приручить. Нет, стой, паук, пожалуйста, нет. А, в принципе, да, иди туда, там вроде как пустое место, я тебя смогу приручить. Так. Тут вроде железа никакого нет. Хорошо, на всякий случай учту. Так, где ты? Паук, ты только что здесь был. А, вон он, паук. Нет, да, нет. Иди сюда. Я хочу тебя приручить. Блин, тут деревья. Очень много деревьев. Я сначала жаловался, что их нету, а теперь понял, что их тут дофига. О, боже мой. Так, все. Нет. Стой. Блин, тебя сейчас назад придется толкать. Ась. Черт. Сейчас все деревья попорчу из-за тебя. Паук. Надеюсь, ты потом не исчезнешь. Ой, нет. Черт, кажись, его надо как-то закрывать, чтобы он не уходил назад. О, боже мой, что ты такой тупой? Надеюсь, ночь не скоро. Нет, только восход. Боже. Может, его удочкой как-нибудь? Черт, у меня же удочки нет. Ну ладно. Тогда мы поступим так. Сейчас мы выломаем здесь вот такое вот окошечко. А, черт, здесь же верстак. Так. Где? Вот, бревна. Давайте вот здесь выломаем окошечко. Где-то 2-3 блока, чтобы широтой было, шириной. Вот так вот, да? О, боже. Все, не ведем себя неадекватно. Это всего лишь крипер, который меня не видит. Ой, нет! Нет, мой дом! А, даже листву задел, говнюк ты сраный. Как он сюда вообще попал? Черт. Хотя теперь у меня будет есть мотивация к тому, чтобы заделать эту дырку. Окей. Такс, о нет. Неужто это он все взорвал? Офигеть. Вот это взрыв у крипера. Неужто их действительно повысили? А, ну да, у меня же нормал стоит. В принципе, тогда это нормально. Так, вот здесь вот закрываем все землей. Пусть она растет дальше, кстати. Может быть, здесь еще одну ферму сделаем. Хотя, не знаю, делать ли мне ее. Если у меня уже есть и тростниковая, и пшеничная. Кстати, насчет пшенички и какао-бобов. Они выросли? Вау, так быстро. Хорошо. Здесь, по-моему, еще он взорвал или нет? Он здесь точно взорвал. Это я точно знаю, потому что он здесь находился и взорвал здесь. Да. Вот так вот закрываем. И вот так все вроде было. О, да, вот даже земля осталась. Так, все, паук, иди сюда. О, неужели ты на пустом пространстве? Все, иди. А, точно, я же хотел тебя ударить. Паучара, вот здесь проходи. Да. В домик забегай. Нет, да. Быстрее, я должен поесть. Забегай. Ну давай, что ты будешь делать? Все. Так, иди сюда. О, он меня перестал бить. Ручной паук. Нет. Что за... Все. Давай. Молодец. Иди сюда. Нет. Нет. Иди сюда. Черт, нет, только не на крышу. Я не хочу, чтобы ты лез на крышу. Черт, топор в бой. О, у меня же руда есть золотая. Точно, надо ее положить вот сюда. И у меня еще стекла есть. У меня ж тут стекол нету, да. Но я сначала хочу приручить себе паука. Паучара! А, нет! О, боже мой, как ты меня напугал! Так, давай. Иди сюда. Давай. Нет! Да. Хорошо. Давайте сделаем так.
Паук! Паук, спускайся! Ну иди сюда. Нет, давай, иди сюда. Иди сюда. Да-да-да. Молодец, иди сюда. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Паучара, 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 паучара. Да, 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 есть. Все, стекла. Нет, стекла, стекла. Стекла. Да, 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 да. Все, все, все. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Черт, гребаный паук, я тебя ненавижу. А, хорошо, вот здесь сейчас заделаем. А вот здесь наоборот. Иди сюда. Да, 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 да. Нет, нет. Да, иди сюда. Боже, паук, ты такой скучный. А, ты скоро умрешь, я знаю это. Нет. О, боже. О, черт тебя подери, сколько у тебя жизней? Давайте так сделаем, что ли. Может, я не знаю, почему он сбегает. Давай, иди сюда. Да, 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 нет, 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 нет. Ну, да, 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 да. Ну, хотя бы бей меня. Нет! Паук! Нет, 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 нет. Черт. Он был таким славным. Он умер. Я его так хотел приручить. Окей. О, стеклышко. Хорошо. Давайте, кстати, положим все, что мне не нужно. Эмеральд вот сюда, наверное, в смысле изумруд. Так, сюда. Это стекла теперь более мне не нужны, да? Вроде везде поставил. Да, вроде везде поставил. А, получается, что у нас еще? Вот, коблстон мне вообще сейчас не нужен. Кстати, у меня его довольно много. Можно сделать крышу. Если так посмотреть, то на крышу мне не так много коблстоуна надо. Но перед этим мы поедим печенье. Печеньки forever. Так, 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 отлично. А, делаем. Ну, где-то два стака, думаю, мне хватит. Окей, окей. Здесь, потом здесь, и вот так, и так. Все. Целый стак. Мне, думаю, этого будет достаточно, предостаточно даже. А, Роза, я тебя не срублю никогда, знай это. Вот здесь поставим, здесь поставим. Кстати, теперь же, если вот здесь вот ставить, то он автоматически перевернется. Это немножко неудобно. Теперь крыши делать вообще ни в какую неудобно. Но я более-менее привык на серверах играть. То есть вот так вот надо в нижний блок ставить. И тогда все будет нормально. Теперь надо проверить, куда будет смотреть крыша. Вот так вот? Или вот так вот? Ну, наверное, вот так вот, чтобы еще на чердак хватило. Поэтому мы вот здесь вот это все убираем. Да, убираем. И начинаем ставить. Да, чердак у нас получится вообще просто высоким. Превысоким, я бы даже сказал. Ладно, мне ачивку все равно за это не дадут. Хорошо, вот здесь вот срубим деревья. Хопс, кстати. О, черт! Вот так и знал, ведь так и знал. То, что будут у меня такие проблемы. Здесь... Да, все нормально. Здесь, здесь... Нет, черт. О, боже, я сейчас так весь коблстоун просру. Такс, 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 такс. Коблстоун, в бой. Здесь надо все это сделать, чтобы, если что, окна на что-то ставить. Ага. Ну, в принципе, да, продолжаем. Вот здесь вот, далее вот так вот надо поставить. Здесь коблстоун, здесь опять надо это поставить. Опять коблстоун, это, конечно, немножко скучно, но крыша мне в любом случае понадобится, чтобы сделать какой-нибудь чердак. Ведь... Нет! Черт! Ненавижу я тебя! Ненавижу, обсидиан ты хренов! Я тебя ненавижу! А, боже! У меня даже какао-бобы в честь этого выросли. А, отлично. Не знаю, зачем я сказал сейчас слово какао-бобы. А, неважно. Здесь коблстоун, здесь лесенку, здесь... Тоже, в принципе, коблстоун. Здесь лесенку. Вот здесь надо, наверное, срубить его. Потому что он здесь вообще ни в какую не нужен. Или стоп. Ну, да, в принципе, как-то в воздухе не очень держится. Поэтому вот так вот. Здесь тоже вроде хорошо держится. Да, все, хорошо. Здесь коблстоун, здесь коблстоун. Пока что вот эту вот серию... Ой, в смысле не серию, а лицевую сторону сделаем. Чтобы хотя бы хоть как-то смотрелось. И, наверное, еще здесь... Поставим, так сказать, окна. Даже не так сказать, а поставим. Опс, давай. Оп, давай. Отлично, все, вроде лицевая сторона готова. А теперь у нас надо придумать, где у нас будет дырень с лестницей. А, наверное, здесь. Ну-ка, там же что-то есть. О, там ничего нет, отлично. Факел мы только сейчас переставим, вот. Уф, уф, эники-беники, ели вареники, эники-беники, пф. Эники-беники, съели вареники, эники-беники, пф. Угу, отлично. Ага, здесь еще нам понадобится один сундучок сделать. Отлично, так-так-так-так, делаем и ставим вот сюда.
Все, двойной сундук — это хороший сундук. У меня, кстати, тростник есть. Как я не заметил. Надо его, наверное, посадить. Даже еще вырос. Неплохо. А, здесь, здесь, здесь. И здесь, здесь, здесь. А, отлично. А может еще здесь? Нет, на камне он не садится. А, кстати, а можно вообще на каких-нибудь других блоках садить? Я знаю то, что можно на песке и также на земле. А вот, например, на каком-нибудь гравии можно? Может, проверить как-нибудь можно? А, нету тут гравия поблизости? А, гравий! Нет, по-моему... Да, у меня есть гравий, отлично. Давайте проверим. Куда-нибудь его сюда. И... Барабанная дробь. Пьем! Нет, жаль. Ну, окей, все равно как бы гравий не так часто встречается. Особенно сверху. Здесь, 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 здесь. Нет, здесь и здесь. А, отлично. Во, просто ферма стала супер огромной. И я даже не понимаю, буду ли я часто собирать тростник. Потому что с каждым временем у меня, наверное... Точнее, с каждым разом. Мне, наверное, все скучнее и скучнее будет собирать все это. Ой, кстати, надо вот этот еще коблстоун собрать. Точнее, лесенки из него. Что за... Почему сейчас не было звука, когда я подобрал ступеньку? Либо это у меня глюки. А, ну окей, еще ступеньки. Так, ну давайте посмотрим на лицевую сторону. Ой, сторону в смысле. Ну, крыша очень огромная. Даже не знаю, можно в принципе подвал какой-нибудь сделать. А, ну, пусть пока так останется. Не знаю, можно как-нибудь потом поменять. Так что не пишите мне в комментариях, чтобы я изменил. Я, честное слово, буду все менять. Потому что мне такой дом пока что самому не нравится. Он слишком маленький для того, чтобы сделать там какие-нибудь... склады сундуков, так сказать. Здесь вот пшеница. И здесь. Ей! О, еще тростник вырос. Давайте мы его еще посадим. Но с каждым разом, блин, я так далеко ухожу, что мне, наверное, лень скоро так будет собирать этот тростник. Кстати, вот здесь еще факелан надо, наверное, поставить. Мало ли он не будет расти. Ну, я точно не уверен, но в любом случае, даже ночью его будет приятнее собирать при свете как бы факелов. А то, сами понимаете, когда темнота... Это неудобно. А, меня, кстати, еще просили здесь вот сделать ступеньку. Давайте мы ее сделаем как раз из досок, вот так. Надеюсь, теперь они будут как бы покрашены, то есть разных цветов. И барабанная дробь. Да, неужели они теперь покрашены с версии 1.3.1? А, неужели? Это круто, действительно очень круто. Ибо раньше мы делали из березы, а у нас получились дубовые ступеньки. И это было нифига не круто. Давайте, кстати, еще здесь сделаем ступеньки. Так, тут, думаю, больше не надо. Или здесь? Да-да-да, надо. Ну, давайте поставим, окей. Нет, блин, нет, зря поставил. Наверное, тут надо как-то по-другому сделать. Окей, коблстоун, вот так вот, и вот так. А, ну да, вроде все нормально. И вот здесь мы уже спускаемся. А если, смотрите, я буду подниматься, то я смогу как бы залезть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И нет, нет, кажись, не смогу. Да-да-да, не смогу, поэтому здесь буду забираться, да? Да, во, все, супер. Неплохо, действительно неплохо. То есть, так сказать, разрабатываем все новые вещички для своего мира. Но пока это не супер вещички. Здесь надо, наверное, факел поставить, тут как-то жутковато. Так, точнее, темновато. Здесь вот. И здесь. Все, отлично. Светло, светло. О, еще какая бобы выросли. Я просто рад этому событию, но, блин, мне очень нужно много пшеницы, чтобы сделать дофига печенек. Ибо я уже могу сделать из этих какао-бобов, если бы у меня... О, паук, 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 паук. Так, 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 давайте выламываем двери. Да, заходи. Заходи, заходи. Ух ты, мой маленький, заходи, заходи. Так, 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 так. Ты не убежишь, тварь. Да хотя бы убей, все равно. Оп, да, нет, да, да. Все, я сделал это. Фух, я приручил себе паука. Как бы тебя назвать? Черт, я не знаю, как его назвать. Может, так же назовем, как раньше, как нашу собаку. Чаки. Чаки. Стоп. Черт, я дебил. Как я посплю? Чаки. Может, мы как-нибудь с тобой подружимся, нет? Смотри, я спать хочу. Кровать прямо-таки сзади тебя. Так. Надеюсь, ты меня не нападешь сзади, если я сейчас вот здесь сломаю блок. Окей. Так-с. Ты мне дашь поспать? Ай-яй-яй-яй. Окей, я понял. О, я понял. Ты такой суровый, что даже через пол проваливаешься. Это, наверное, показатель того, что ты не хочешь давать мне поспать.
А, в общем-то, на чем я остановился? А я остановился на том, то, что из 16 какао-бобов я могу сделать дофига уже печенек, если бы у меня было много пшеницы. Так, кобблстоун оставшийся положу. Целая одну штуку, смотрите-ка. Обсидиан и вот эту вот косточку. О, я могу лук сделать! Да ладно! Как я раньше не догадался? Черт тебя подери, я могу уже давно лук сделать. Давайте сделаем из палочек сначала. И... так, что такое? Вот, берись. Все, отлично. И стрелы. Стрел. Да, все, стрел как раз есть. 10 штук. Отлично. Чаки, пока. Я за обсидианом. Погнали. Нет! Что за на... Что за... Окей. Нет! Чаки, куда ты падаешь? Несмотря на это, где-то Чаки воет или что он делает. Давайте перезайдем, так и быть. Привет! А я тут у кровати появился. Мы же друзья, да? Да? Ведь мы же друзья, да? Чаки! Да, мы друзья. Я понимаю тебя, как ты хочешь обнять меня и всякая фигня. Так, вот здесь пока поставим. О, боже! Неужто все туда вниз упало? Шел вон! А, он меня не трогает. О, это хорошо, слушайте. Чаки, молодец! Ты, наверное, сказал этому пауку, чтобы он меня не трогал. Чаки, ты просто хороший паучок. Надеюсь, ты не пропадешь. Так. Окей. Да что ты будешь делать? Хватит падать. О, нет! О, нет! Хотя бы алмазная кирка осталась. Да-да-да, осталась. Ой, и, по-моему, лук остался. А стрелы и стрелы остались. Даже печеньки остались. Ура! Все осталось. Даже опыт. Вот он. Все подберем. Ой, не-не-не, не упади. Давайте мы сейчас подберем все оставшиеся вещи. Надеюсь. Я сейчас все подберу, что труднодоступно, так сказать. Вроде нету, да? Больше тут ничего нет? Или все-таки есть? А, да-да, я только что вон видел кожу. И что? А, доски. Доски. Еще береза. А, нет! А, ты предатель, хренов. Ух, какой паук, предатель. Умри. У меня же меч есть, точно. Умри! Ура! Такс. Здесь вроде ничего больше нет. А, нет, ничего. А здесь. Блин, я просто боюсь, что сейчас я уйду и какие-нибудь вещи потеряю. Чаки, надеюсь, ты пока не зол на то, что я ухожу без тебя. Окей, зомби, привет. А, ну да, как обычно, слепые зомби или просто тугодумы. А, окей, только что паук упал и умер. Ну да, логично. Окей, сюда лезем. Отлично. Ниточка. Откуда ниточка? А, точно, паук же только что умер. Какой-то я нелогичный. Давай. Ой, я не ранил себя. Я же вроде упал прям на блок. С такой высоты, огром. Так, железная кирка. Да, я все-таки железную кирку просрал. Если я ее, конечно, в тот раз не сломал. Я просто уже не помню, честное слово, народ. Вон, давайте хотя бы алмазной киркой порубим. Я просто сейчас вообще хочу найти обсидиан. О, еще железо. Отлично. Ой, я вижу кого-то. Это зомби. Привет, зомби. Я тут немножко железо порублю, вся фигня, да? Окей, бежим отсюда. Еще уголь. Так, ну вроде тут больше такого, какого-то сверхъестественного ничего нету, да? То есть, например, таких вещей, как алмазы, нету. По-моему, нет, я здесь уже был, да? А, ну какая хотя бы высота? О, точно, я здесь вряд ли уже найду алмазы. А, привет, крипер. Дружелюбный крипер. Надеюсь, ты меня не будешь трогать. Да, он вроде за мной не бежит. Так, вот сюда пойдем. По-моему, здесь обсидиан и барабанная дробь. Да. Здесь обсидиан. Но самый главный обсидиан... Черт. Самый главный обсидиан где-то здесь. Не так ли? Да, вот он, отлично. Ну что ж, пора включить музыку. Сейчас мы ее включим. Так, где-то вот здесь, по-моему, надо, да? Ну что ж, пора бы музыку включить.
Ура! Ну, вроде да. На этом можно музыку вырубить. И да, у меня есть пожизненный запас обсидиана. Ну, в смысле, не пожизненный, хотя бы 6 штук, это уже нормально. Возвращаемся обратно домой. Где-то сюда надо идти, да? Да, вот сюда надо идти. А потом, блин, уже не помню. По-моему, сюда. Да, вот сюда. Здесь эмеральдов никаких нет, просто тут темно, и, по-моему, я здесь раньше не смотрел. О, скелет! О, нет. А, ты меня все-таки заметил. Умри. О, да. Мои косточки. Здесь вроде ничего. О, паньки. А, это я круг прошел. Ой, да вы только посмотрите, что у нас здесь. Кто у нас здесь? Да это же мистер Гравий. Мистер Гравий. А ты упадешь? Хорошо, падай. Бьюмчу. Отлично. Здесь, блин, я бы мог зарыть сейчас обсидиан. Алмазы. Я как-то даже не подумал, а вдруг там действительно алмазы? Нет? Вроде нет никаких алмазов. А, вроде гравий сейчас здесь не упадет. И нет, вроде никого, ничего нету. Никаких зомби, скелетов, спавнеров, сундуков. Окей, тогда идем отсюда. Теперь надо вернуться обратно. Ладно, возвращаемся и делаем энчант-столик. Отлично. Давайте, вода в бой. Сержант, вода. Хорошо, далее, куда? Ой, я запутался уже. По-моему, где-то сюда надо идти, да? А, вот, точно, тут уже развилка. О, как много тут развилок, действительно, очень много. Прыжок веры есть, да, нет, да, все, отлично. Вверх. А, сейчас, как обычно, надо вверх побираться, забираться, вся фигня. А, кстати, я голоден, народ, я голоден. Надо срочно поесть. Ой, нет, давай быстрее лезь. Ой, как я ненавижу, когда он так... Нет, не лезь, давай. Лезь. Давай. Нет. Давай. Ура! Все-таки неплохая лесенка. Хотя бы теперь забираться приятней. Более-менее приятней. Хорошо. О, день наступил. Это самый лучший Майнкрафт в мире. Окей. Так, чё... Нет! Чаки исчез! Чаки... Он обманул меня. Он сказал то, что останется. Но он ушел. Я ему отдельную комнату сделал, а он... Ну окей. Чаки. Я буду помнить его вечно. Как раз у меня даже тростник вырос. Эх. Так, сюда. Ну давай. Что такое? А, ну да, как обычно. Ниточку, уголь. Уголь, наверное, выкинем. Ай, ну что ж, Чаки пропал. Печаль, народ. Но мы его найдем. Мы когда-нибудь найдем еще Чаки. А может быть, даже самого Чаки. Так, ну давай, закрывайся. Да что ты будешь делать? Да. Ай, хватит меня троллить. Здесь мы сейчас положим косточки. Вот сюда. Ниточку сюда. Тростник. Тростник мы переделаем. Экс. Отлично. И что за... А, точно, теперь же надо еще добавлять шкуру. Так, ну давайте сразу две книжки сделаем. Вот так. Теперь нам еще надо два алмаза. Потом верстак. 4 обсидиана. По-моему, 2 алмаза вот здесь. И книжечка сверху. Да, все, энчан, стол готов. Вот сюда поставим. У меня первый уровень. Как это много, смотрите-ка. Вот только посмотрите, у меня первый уровень. И Power 1. Блин, я не знаю, как это переводится. Давайте посмотрим в языке. Language. Русский язык. Вот он. А, и что это у нас? А это у нас будет сила. А, ну, ладно, давайте, кстати, с русским языком побегаем как раз. У меня тут дофига какао-бобов выросло. Это круто. Соберем и посадим. Наверное, надо уже расширять какао-бобабскую ферму. Хотя не знаю, как это еще можно сказать. А, черт! Точно, я же хотел только что взять косточки. Но положил их. Печеньки мы сейчас съедим. Ой, как ты быстро ешь, слушай. Ой, вы слышите, как он быстро ест? Он как-то то ли с двойным кликом как-то ест. Или это у меня глюки с наушниками. Ну, наверное, у меня что-то с аудио глюки. А, золотые слитки, ура. Сюда. Нет, не придется соединять. Ну ладно, берем две косточки. Идем сюда, в смысле пшеницы.
И уже делаем наши, так сказать, пшеничные фабрики. Да, бред сказал. Окей, все, собираем пшеницу и уже садим ее обратно. Во! Все, мы сделали, кажется, полноценную. Нет, еще два семена надо. Но все, два семена уже нашел. Вот они. Нет! Нет! Ни одного семена! Да ты издеваешься! Или это у меня в речку упало, нет? Вообще ничего! Очуметь! Как-то мне не везет. Ну ладно, давайте мы сейчас сделаем немножко печенек. Так, давай делаем печеньки. И будем вспоминать чаки, едя печеньки. Ну и на этом, думаю, мы закончим, народ. Если вам понравилось, то подписываемся на канал, ставим пальцы, зовем друзей. А с вами был Лололошка. Всем удачи, всем пока!